Человек как звезда ополчен. Как это быть, когда ты, ну, сейчас стал так знаменитый? Как плохо. Почему так? Ну, потому что журналисты пристают всякие. Простые. А как жена Моторола? Отлично. А как жизнь вообще? Всем очень заинтересует вам Моторола. Может, давно кусочек новой информации о вам, который будет интересный? Геем он не стал. Твой поклонник, твой фанат. Не знаю, какой информации? Пока новой информации никакой нету. Как тебе самая любимая музыкгруппа? Это трудно сказать. Ну, 25-17. Я думал, это ураган. А фильм Моторола? Дай мне фильм, который тебе нравится. Фильм? Смерч. Не, фильм. Не, нормальный фильм есть. Сейчас название вспомню. Давай, сейчас. Самый нормальный. Падение черного ястреба. Однажды весной. А как твой поклонник может связаться с вами? Может через ВКонтакте или одноклассник пишет? Поживать. А через одноклассник. А ты не против, когда людей, ну, написать сообщение или... Да, я не против, пусть пишут. Не факт, что я отвечу. А? Не факт, что я отвечу, но пусть пишут. Ну, да. А как насчет? Моторол, дай мне как философия жизнь. Как это тебе, как жизнь философии? Это нормальная жизнь. Нормальная жизнь. Сейчас. Дутюс. Отвоюем свою землю и будем дальше работать, как работаем. Жить, как раньше жили. И все. А где сам точно родился, Моторол? В городе Ухта, Республика Коми. А у тебя мама, папа, брат и сестры? Не, он одиночка. Нет. Ты знаешь, что много людей, Моторола, ты герой. Как ты себе оценишь это слово? Это неправда. Герои — те люди, которые вот там сейчас на передовой сидят. А я просто их командир, и все. А эти люди — герои. А Моторола, чай, сахара, без сахара? Как с сахаром. Сахаром, да? Конечно. С уксусом. Опа, а твой чай какой любимый? А можно без меня? Как Моторола, как парень? Как парень? Да. Ну как воин он отличный. Как командир великолепный. Мы командуем разные подразделения, но уже встречаемся неоднократно. Воевали вместе в Семеновке и в Иловайске. Иловайск надо долго запомнить, особенно укропы. Но теперь опять мы здесь вдвоем. Курим армянские сигареты. Да. А Моторола, если твой фанат, поклонник, хотите дать вам подарок, что это должен быть? Подарок. Что ты подарил? $1 яхту? Нет. Огнеметный комплекс Буратино. Флаг Новой России уже в Донецкий аэропорт стоит, да? Да, стоит. ДНР стоит. Да. Донецкой Народной Республики. Флаг Новороссии не сбили, мудаки. Ураганом когда били, он на новом терминале висел. В первый же день мы повесили его. Они его ураганом сбили. Срезало его. Он сгорел прямо на флаг, на флагштоке. А теперь на гостинице висит флаг ДНР. Второй флаг они пока еще не сняли, слава богу. Ну, мы повесим еще. А украинские в бомбище сейчас, они под землей, да, я как поймал. Они, ну, под зал украинский. Да нет, они этот. Ну да, они частично спускаются. Они спускаются вниз и вызывают огонь и начинают долбить. Потом поднимаются и продолжают немножко. Потом бронетехника на большой скорости пролетает через аэродром, подъезжает туда, начинают стрелять танки. Пока стреляют танки, они проводят замену личного состава. И так каждый день, по несколько раз в день. А это известный, кто это украинский? Это батальон... 93-й механизированный батальон, ой, бригада, 93-я. Часть десантников дебильных украинцев, правый сектор, часть. И все. Ну, это мудаков, короче. И отдельных группировок. Да, и отдельных группировок долбоебов. Поляков, к сожалению, нет. Да.
Шакающих нет у нас. Шакающих нет. Мы были по англичан, кстати. Сука, поймай яйца так, блядь. Ясно, ясно. Не, серьезно, не смешно. Пару англичан, немцы. Англичан на стороне украинский? Да, на стороне украинский. Прости. Да нормально, что. Ты как в свои мозги в другому голову не вольешь. Это не мой, это стыдно. Да, понятно. А почему прозвучение Motorola? Так судьба сложилась. Как обозвали, так обозвали. Он не мотор, он моторщик.